Специалисты сосудистого центра на базе медико-санитарной части КФУ спасли жизнь 62-летнему пациенту с инсультом. Мужчина поступил в отделение в тяжелом состоянии. В результате обследования выявился тромбоз крупной артерии, снабжающей правое полушарие головного мозга. Всем известно, что инсульт – это очень грозное заболевание. Инсульт занимает первое место в структуре смертности и второе место по инвалидизации среди всех заболеваний. Внедренная программа на территории Российской Федерации Республики Татарстан по лечению инсульта, противоинсультная программа, включает в себя комплекс мероприятий, позволяющий снизить смертность, повысить эффективность нейрореабилитации с помощью высоких технологий. Симптомы у пациентов примерно одни и те же. Нарушение речевой функции, паралич конечностей. Виной всему тромбы, образование перекрывающие сосуды и блокирующие поступление крови в определенный участок органа. Подобные случаи нередко приводят к летальному исходу. Однако методика тромбоэкстракции позволяет буквально вытянуть тромб из сосуда и спасти жизнь пациенту. Сама по себе операция проходит в течение получаса, на самом деле очень быстро на сегодняшний день. И данная операция в нашем центре проводится уже чаще, и больше пациентов получает высокотехнологичную медицинскую помощь. Медики подчеркивают, что при наличии любых симптомов инсульта необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту. Если пациент вовремя не получит помощь, часть головного мозга может отмереть. Эффект от операции появляется уже спустя час. Речь человека и опорно-двигательные функции восстанавливаются. Ишемический инсульт на сегодняшний день получает возможность таких пациентов излечивать. То есть раньше они все-таки риск смертности был намного выше, инвалидизация. Сейчас такие пациенты восстанавливаются и получают необходимую высокотехнологичную помощь. Ежегодно в сосудистый центр на базе медико-санитарной части КФУ поступает около 800 пациентов с инсультом. Специалисты центра успешно практикуют методику тромбоэкстракции. Период реабилитации после нее в среднем занимает месяц. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюз.